Здравствуйте, с новостями радио «Затык» в пражской студии Айнура Джекшегзе. Сегодня утром в турецкий порт Дикили прибыло судно из греческого острова Лесбос с 45 мигрантами на борту. Экстрадиция проводится в рамках соглашения между Анкарой и ЕС, чтобы остановить массовую миграцию в Европу через Эгейское море. Активисты заявляют о своем недовольстве высылкой беженцев, назвав данные меры грубым нарушением прав человека. Первая группа мигрантов, большинство которых выходцы из Пакистана и Афганистана, была возвращена в Турцию в понедельник. По условиям сделки между ЕС и Турцией, Анкара заберет всех мигрантов и беженцев, в том числе сирийцев, незаконно въехавших в Грецию. В обмен на это ЕС примет сирийских беженцев непосредственно из Турции, предоставит Анкаре миллиарды долларов, ускорит введение безвизового режима и будет способствовать продвижению переговоров о вступлении Турции в ЕС. Сирийские повстанцы отбили у боевиков радикальной группировки «Исламское государство» стратегический город на севере страны Эль-Рей. По сообщению правозащитной организации, отслеживающей ситуацию в Сирии, населенный пункт был освобожден после ожесточенных боев с экстремистами. Это может стать стимулом для повстанцев, которые пытаются отбить Алеппо, а также открыть важный стратегический путь из Турции. Взятие Эль-Рей стало первым крупным поражением радикалов, которые в мае прошлого года захватили территории близ пограничного пункта Азаз на границе с Турцией. В Хатлонской области Таджикистана Вахский райсуд осудил 17-летнего подростка, вменив ему подготовку к преступлению и намерение участвовать в боевых действиях за рубежом. Осужденный на 7 лет заключения Хусейн Нуралиев после окончания 9 класса отправился в Россию, а оттуда намеревался попасть в Сирию. Подросток признал свою вину и заявил, что был введен в заблуждение. Представитель прокуратуры сообщил на процессе, что в течение длительного времени Хусейн поддерживал связь с членами радикальной группировки «Исламское государство» через социальную сеть «Одноклассники». В августе прошлого года парень отправился в Турцию, но был задержан правоохранительными органами этой страны во время перехода границы Сирии и передан в Таджикистан. По официальной статистике, в рядах экстремистов «Исламского государства» в Ираке и Сирии находится более 1000 граждан Таджикистана. В Алматы проходит 15-й фестиваль джаза. Первый концерт накануне в Государственной филармонии имени Джамбыла открыл музыкальный коллектив «Алматы Юз Джаз Банд» под руководством Тагира Зарипова, главного организатора фестиваля. Джазовый фестиваль проводится много лет подряд благодаря поддержке зарубежных консульств и посольств в Казахстане, которые привозят своих соотечественников-музыкантов. В первый день фестиваля выступили французский дуэт «Божан Зет» и итальянское трио «Луки Чарли», представившие на сцене аранжировку на тему произведения Абая «Козымнен Карасе». Поддержку нынешнему фестивалю оказывает и Акимиат Алматы. В программе запланированы традиционные мастер-классы участвующих в нем музыкантов. Первый международный фестиваль джаза в Алматы состоялся весной 2001 года. Эти и другие новости читайте на сайте rus.azatyk.kg, а также смотрите наши видео на YouTube и Facebook. Наш адрес в социальных сетях Кыргыз Азаттык Уналгысы и Азаттык Медиа. Всего доброго и до свидания.